Сегодня ферма «Агро-Нептун» – это своего рода визитная карточка села Троицкий Сунгур Новоспасского района. В животноводческом комплексе содержится чуть больше 1000 коров. К концу года их станет почти в 2 раза больше. Дело в том, что год назад на территории фермы началось строительство дополнительного комплекса на 1200 голов. У нас уже реализовано около 70% собрано конструкций и построены здания основные. 3 корпусов коровников, и все идет по плану, без задержек. С ходом строительства ознакомился губернатор Сергей Морозов. Пока проводятся работы по установке металлоконструкции зданий, строительству производственных корпусов и сооружений. Плюс ко всему, «Агро-Нептун» имеет статус племенного репродуктора по красно-пестрой галштинской породе крупного рогатого скота. В этом году в хозяйстве закупят еще 750 племенных нителей. Дополнительно будет создано 20 рабочих мест. Среднемесячную зарплату мы планируем довести до 40 тысяч. До села, я думаю, это... И годовую выручку от реализации. Вот вы так сейчас за 5 лет в 2 раза, более чем в 2 раза, смотрю, увеличили заработную плату. Да, совершенно верно. Ну, до 320 миллионов, думаю, мы увеличили выручку от реализации. Строительство дополнительных площадок повлечет за собой увеличение среднего надоя молока в районе на 1 фуражную корову до 10 тонн. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».